общем, всем привет. Всем привет. У нас лето, но это ненадолго, это лето. Сейчас мы выехали по делам, потому что наконец-то суббота. Папа дома. И у нас какое-то разнообразие, потому что когда Санька на работе, мы просто гуляем. И все. У меня... Да, Саня работает. У меня наконец-то закончился токсикоз. И это даже замечают друзья, когда мне звонят, такие: о, у тебя уже голос бодренький. То есть даже по голосу заметно. Просто в один прекрасный день он закончился. Конечно, я несколько правил применила. То есть я с утра съедала сухарик или галетное печенье, чтобы пока я проснулась, встала, желудок был чем-то занят. Такое, как бы, есть такая методика. Я ее не сама придумала. Потом подобрали комплекс витаминный, предлагали Элевит, по-моему, но что-то я Элевиту не доверяю. Взяла американские БАДы, Санька купил, и что еще пью? Хлорофилл и пробиотики. Куда? Да, пиццу. Да, заехали перекусить. Сейчас перекусим. Какая тут цвет. Да. А тут, смотрите, какая. А тут обычная фанера, да, Саша? Да. Это ДСП. Это как, типа, как у бабушки? Дешевый материал, зато красиво оформлено. В общем, сейчас перекусим и поедем на участок, потому что приедет замерщик. Окон. Окон. Еще нам надо будет двери. Может, не успеет набрать, мы еще успеем посмотреть двери. Входные. Входные. Все. Мы взяли сок. И он из Челябинска. Не, мы купили. Сок написано 100% натуральный. Я такая читаю. Производитель. Это продукт. Изготовитель Челябинск, юридический адрес Челябинск. Саня говорит, так там же экология плохая. Я говорю, да, так Челябинский поэтому, там. Так поэтому здесь и такие вишенка, и смородина такая никакая. Ну, вишенка-то вообще, смородина-то еще ладно. Ну, смородина тоже в шоке. Вишенка-то вообще. Вообще. Ну да, в Челябинске же там заводы металлургические, экология очень загрязнена. Мне вчера так ночью захотелось шелковицы, да? Но у нас здесь ее не найти. Прям хотела шелковицу, кутовник. Да. Ну, покажи свою ягодку. Не облизывай бутылку, не облизывай. Да, на челябинскую вишню похоже, с Челябинска. Приехали мы на участок. Сок нас замеряет. Варя тут недовольная стоит. Видите ли, им сразу же нужны отдельные комнаты. Она может пойти в гостиную. Вообще-то. А это пока будет гардеробная. Сейчас замерю это окошки. Был сильный ливень. Очень сильный. И вон что, тут лужа. Термопояс уже высох, все, завтра приступают к крыше. Все, поехали мы дальше, надо сейчас двери посмотреть. Вот. Ой, спасибо. Сейчас дам телефон. Девочки уже каждый раз, как приезжаем на стройку, девчонки делят комнаты, где чья. Мы объясняем, что пока у вас будет одна комната, и у них паника, истерика, потому что третью спальню маленькую мы пока хотим под гардеробную сделать, чтобы финансы не тратить на шкафы-купе. Я уже хочу спросить. А мы идем в магазин «Двери Дуэт», написано, первый гипермаркет дверей в ХМАО. Тут огромный, смотрите, тут огромный диван. Да, огромный диван нарисован, где-то там пошли. А зайдем, посмотрим, что есть тут у них. Двери там, ну там все есть для дома. Название, да, громкое, что он первый в ХМАО. Сейчас посмотрим, насколько он первый, пошли. Сейчас посмотрим, насколько он там недешевый, что там первого есть, да. Здравствуйте. Можете сориентировать, где можно посмотреть двери для... Домов, не квартирные, не уличные.
Это деревянная, да? Можно так сказать. Некрасиво? Ну, не рабочая. А, ну да. Нет, какие еще есть варианты? Так? Подожди. Я слышу. Ну вот хотелось бы, чтобы окно, такие двери не ставят. Вот такая с маленьким дверь? Окошечком была. Окно, зачем дверь? Просто с решеткой оно будет чуть дороже. Можно без решетки в исполнении. Без ковки? Да, без ковки. То есть, думаю, эта ковка сейчас тысяч на 5-10, наверное, да, накидывается? Нет, смотрите, сейчас скажу. Угу. А еще если просто стеклопакет, это будет там в районе 9-10-11 тысяч, там зависит от цвета какой стеклопакет. Угу. Сковка, ну, практически в два раза где-то уже, каждый 21-22 тысячи дополнительно. Угу. То есть именно вот эта ковка. Ну, вот это будет на 22 тысячи дороже, чем без ковки. Да. Так, в общем, зашли уже в третий магазин. Нашли еще дешевле. Нашли там 50 еще. Было, и мы такие радовались. О, 50. Это вообще 32 900. 32 900, и да. Мне нравится вот это вот, именно вот это вот дерево, а не вот... Тут с таким зеркалом еще. Опа. Просто в основном... Ну, придется без стеклышка ставить. Да, просто в основном они идут... Это новинка. А то, что не новинка, а вот такой вот. Сейчас идем, Вера покажет в ванную. С этими. Мне нравится. А вот здесь вот оно однотонное, такое прям, под каменем. Оттенка без вот этих. Не, красиво, да, она как вот плитка вот, похожа, да, вообще. Да, вот это наше. Угу. И цена. Короче, у нас начинали цены от 100 тысяч. Mm-hmm. С такими глазами, ну, думаю, ну ладно, ну что поделаешь, а тут уже 32 900, ну ниже некуда, ну вот серьезно. Mm-hmm. Ну да, входную дверь обязательно надо смотреть с терморазрывом, да, чтобы она, ну, и опять же, там мы не промерзала. Mm-hmm. Под дерево, но естественно износостойкость у металла, и у металла именно с глянцевым покрытием, а не с матовым, да, ну матовое это порошковое, ну, да, покрытие. Оно вздувается и потом ржавеет. Ну, все... Вот наша дверь. Нам сейчас нужно для разъема метр, это 960, чтобы открывалось на правую сторону, да. Ну и зеркало. И вот здесь мне нравится фурнитура. Здесь получше. Там вообще что-то прям погнутое. Хотя производитель, по-моему, один. Да, это один тоже, да, турецкие, но... эти кали-замки. Да, просто я имею в виду, здесь более аккуратно, не как-то согнуть, там вот так вот. Ну, может, детальки здесь попались такие. Питер, давайте мы вам покажем. Ну, пошли, покажешь. Иди, показывай, давай. Вам видите, мы хотя небольшой, но она очень классная. Давай. Джакузи понравилось. С подголовничком, да? Это тоже хорошо, потому что там всегда маленький ванна. Вот маленькая ванна с джакузи. Ну, я вам, знаете, что скажу, девчонки? Вот эти вот все штучки, которые выступающие, дрючки вот эти маленькие, они потом со временем ржавеют, забиваются. Ну, если вода плохая, конечно. И хорошая вода будет, да? Да, мы будем... Вот эти элементы потом, они все теряют свой вид, блеск такой. Надо брать более такую практичную. Можно взять вот такую. Вот такую, но с подголовничком, допустим. Он даже убирается с подголовничком. Да, чтобы ты могла лежать. Так, а эта ванна какая у нее? Вот как раз есть на 170. Есть на 170, как нам нужна. 32 тысячи. И этот, у нее фартук такой белый, красивый. Мне нравится, что здесь подушечка. Давайте купим только подушку. У нас подушка есть и дома, и так. Я такую подушку и другую ванну. Ой, муха. Она тут живет. О, она прям серебристая.
Оно какая-то зеленая, серебристая. Говняшная. Ледовитая. Нет. Вон, смотри, конструкция такая. Чтобы это ванну крепить. Интересная. Это полочки какие. Вера, аккуратно там, Вера. Сюда можно положить полотенечко. Да, смотри, опа, оно. Например, интересно, оно как оно быстро вздуется, хотя оно со всех сторон защищено, изнутри тоже. Я смотрю. Тут можно сложить одеялко. Да нет, какое одеялко? Полотенечко. Вы как купаетесь, вода вот здесь будет литься и будет сюда затекать. Мы всегда так купаемся, что вообще интересно так сделать. Это надо в процессе эксплуатации пробовать.